Законодательное собрание Тверской области и Белгородская областная дума подписали соглашение о сотрудничестве. Свои автографы под документом поставили спикеры Сергей Голубев и Ольга Павлова в рамках визита руководства парламента этого региона. Несмотря на тысячи километров, которые разделяют Тверскую и Белгородскую области, у наших регионов много общего, отметил во время рабочей встречи спикеров Сергей Голубев. У нас схожие проблемы во многих отраслях – промышленность, социальная сфера, экология. При этом законодателям есть чему поучиться друг у друга. Так, Белгородчина является одним из лидеров по развитию жилищного строительства, сельского хозяйства, обращению с твердыми бытовыми отходами. Кроме того, в этом регионе модернизация первичного звена медицинского обслуживания началась еще до того момента, как эта инициатива прозвучала на федеральном уровне. И только за два года, буквально с 18 по 20, у нас было отремонтировано и возведено новых 750 ФАПов. То есть это фельдшерско-акушерские пункты в малонаселенных районах области и сельских поселениях. В свою очередь, белгородские коллеги высказали интерес к опыту парламента Верхневолжья по преобразованию районов в муниципальные и городские округа. Как отметил спикер Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев, процесс преобразований в системе местного самоуправления многогранен и требует тщательной подготовки. Этим и другим опытом Верхневолжье всегда готово поделиться. Создание муниципальных округов, специфика нашей работы с территориями по инициативному бюджетированию, прежде всего по программе поддержки местных инициатив. У Белгорода это тоже развивается, но в своем формате, безусловно. Ну и, пожалуй, я еще бы обратил внимание на законодательные наши инициативы в плане изменения федерального законодательства. Руководители Тверского и Белгородского парламентов особенно отметили готовность совместной работы по подготовке законодательных инициатив в Государственную Думу, объединение усилий в решении проблемных вопросов на федеральном уровне в интересах жителей наших регионов.